Глава округа с рабочим визитом посетил Люберецкую теплосеть. В ходе встречи Владимир Ружицкий пообщался с коллективом предприятия и ответил на волнующие его сотрудников вопросы. Подобные встречи с персоналом Люберецкой теплосети Владимир Ружицкий проводит ежеквартально. Зимой глава округа особенно уделяет внимание тому, что происходит на предприятии. Ведь от его работы зависит отопление в домах и организациях Люберец. На встрече сотрудники теплосети задали насущные вопросы. Так, многих волнует проблема пробок, качество дорог и реконструкция уже существующих проезжих частей. Да, Октябрьский проспект, он в плане, сейчас проект завершается, и где-то к концу года, наверное, могут приступить к Октябрьскому проспекту. К концу года, следующий год и завершение 21 год, Октябрьский проспект. То есть он должен быть сквозным, и не должно быть светофоров, подземные переходы. Ну и, может, я уже кто-то слышал, я просто повторюсь. И, скажем, будет эстакада или там второй ярус над Октябрьским проспектом, где-то будет начинаться в районе Вечного огня, и эта эстакада пройдет до, по сути, до эстакады Мальчика. Таким образом, нововведение разгрузит уличный трафик Люберец. Кроме того, в ближайших дорожных перспективах реконструкция Новорязанского шоссе. Урал-5 пустят в обход поселка Октябрьский. Все эти работы выполнят за счет федеральных средств. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.